Вот уже 25 лет бобруйчанин Павел Подзоров занимается искусством мирного боя. Четверть века назад он пришел в зал посмотреть, что же такое айкидо, и попробовать себя в нем. В итоге увлекся им не на шутку. Сегодня для него это образ и стиль жизни. Это больше, чем простые тренировочные занятия. Это мировоззрение, отношение к жизни, к окружающему миру. Если кратко, то скажу, что для меня это стиль жизни, или, как говорят на Востоке, это мой путь. Это боевое искусство представляет собой синтез древних техник самообороны и борьбы в сочетании с философией гармонии духа. На протяжении многих лет Павел оттачивает свое мастерство. Он обладатель черного пояса, третьего дана. Для повышения уровня наш земляк регулярно участвует в различных семинарах под руководством мастеров мировой величины. Неотъемлемым атрибутом повышения мастерства, повышение своего уровня, это является посещение различных семинаров, в том числе международных, под руководством мастеров различных из разных стран. Это позволяет под иным углом взглянуть на одну и ту же технику, позволяет развиваться и дает определенный толчок к дальнейшему развитию. Ну, естественно, самое главное – это регулярные тренировки. Павел Подзоров – участник международных фестивалей боевых искусств, очередной из которых проходил совсем недавно в Москве. В грандиозном мероприятии приняли участие более сотни практиков из 17 стран мира, в том числе мастер смешанных единоборств Александр Емельяненко. Бобруйчанину довелось поработать на одном татаме со Стивеном Сигалом, непревзойденным гуру, обладателем седьмого дана айкидо, американским актером и музыкантом, а также с другими виртуозами боевых искусств. Приятно было то, что в общении это очень простые, значит, общительные люди. От каждого можно чему-то научиться и почерпнуть. К слову, там же, в Москве, прошел и первый международный турнир по айкидо, в котором Павел выступил в качестве судьи. Для него подобные семинары – это способ совершенствования, тот стимул, который помогает двигаться вперед. Само же айкидо гораздо больше, чем физическое развитие. Это его мировоззрение и отношение к окружающему миру и к жизни. Людмила Любимцева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.